Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанка в Америке. Смотрите, у нас готовится здесь уточка. Подливка будет вот в новой кастрюльке такой чугунной. Вот. Это я нашел ее. Кого? Кастрюльку? Ага. А где ты такие места знаешь? Нашел кастрюльку. Так, готовит у нас Гена сегодня для нас обед. Сначала обжаривает кусочки утки. А то блюдо Давидово, да? А то, что там Давид. Давид что-то там колдует. Каждый, кто что желает себе. Так же классненько шкварчит. А затем кастрюльку и еще будешь тушить, да? Проснулась. Да, да, Давид проснулась. Давай собирать. А потом сейчас обжарю. Угу. Я не солил его, не перчил, ничего. Вот такого обжарю его, потом в кастрюлю. И уже там как суп, как борщ уже начинается. Подлитка, закипело, и приправу кинул. Как классненько стреляет. Духовочка, плиточка чистенькая. Что-то, да? Ну да. Ничего, почистим. Хорош. Главное, было, чтобы было от чего чистить. Вот здесь. Вот эта штучка? Есть. Вот смотри. Да. Yes. У меня это есть чтобы таких... не стреляло. Может поменьше. А, ну, все, как раз. Супер. Есть три штуки у меня такие. Да. Стреляет так себе. Угу. Смотрите, это блюдо от Давида. Рис и вот такая подливка с мясом. А где упаковка, Давид, я покажу. Вот я покупала в Костко, друзья. А вот есть. С мусорника достану. Вот. Такая подливка куриная из куриными мясом кусочки. Смотрите. Давид, а зачем эта коробочка? Это мне разогревать, наверное, было? Нет. Это так сельчанка утром пила сегодня кофе, друзья, посмотрите. И еще не убрала, потому что сначала попила кофе, затем решила буду убирать. Но у вас такое бывает? Не знаю, просто чайная ложка рассыпалась, когда я несла вот сюда, а оно здесь зацепилось, и вот такое получилось. Ну, ничего, уберем. Так, то это уже можно выбрасывать в мусор, хотя такая мисочка классненькая, ну, она бумажная, цыплятам или кому, котятам. И получается вот такая... Давид, вкусная? Да? Такая подливочка. Ну, на вид мне не очень. Утка более соблазнительная, чем вот такая эта подливочка. Ну, я покупала в Костко. 4,97 было на распродаже. Это для тех, кто не умеет готовить. Да. А вот кто умеет готовить. Для профессионалов. Вот. Смотри, какая жирная. Это все жир. Утиный жир. Деликатес, друзья. В ресторанах деликатес, в дорогих ресторанах. Да. Ты его в ту кастрюлю не сливай, ты отдельно в мисочку, потому что будет... Ну да, так какие, да. Тарелочку, а потом... Куда-нибудь будем добавлять, ну, да. Каши какие, колбасы там или что. Все, подливка наша кипит, Гена ушел работать. А мне доверил свою утку, чтобы я здесь готовила. Я добавила уже, конечно же, он приготовил лук и морковь. И она хорошенько уже кипит. Горячая. Вот смотрите, какая красота. И сколько, какая жирненькая юшка. Можно, я думаю, еще даже добавить воды. Ну, это не обращайте внимания, все соберется. Все помоется. Ну, я как варю, то я сразу его, что где копнет, я сразу его чищу, протираю, знаете. Ну вы поняли. Спасибо и на этом. Главное, юшка будет или подливка. А то все уберется. Вот сколько, друзья, жира с одной утки. Он жарил ее на сковородке. Не добавлял ни растительного масла, ни сливочного, ничего. Она жарилась на своем жиру. И все это сливал в мисочку. Потому что зачем? Его не надо сюда в кастрюльку. И то, видели вы, сколько там плавает жирочка. То я думаю, можно уже сразу и добавить перчика немножко и посолю, поперчу, потому что он говорил, ничего не добавлял.
Можно подбить еще мукой, чтобы была такая подливка, знаете. Но на любителя. Не все любят. Может быть, пускай будет вот такая прозрачненькая, вкусненькая. Так, лавровый листик добавим. Ух ты, вот это добавила. Может быть, забрать? 2, 3, 4. Ну, ничего. Так что, пускай кипит. Ну, решила добавить еще я кипяточка. Так, свечка здесь не мешает. Очень удобный, друзья, чайник. Он уже у меня много лет. $170 на Амазоне покупала. Ну, очень классный. Кипяток всегда есть. И не очень он тянет свет, электрику. Потому что было время, что я его выключала на месяц, проверить. Но то же самое. Так. И забыла вам показать, друзья. Катруся недавно испекла хлеб. Я ее попросила, говорю, испеки мне одну булку хлеба на просто такую с зернами. На закваске она выпекает, друзья. Посмотрите. Вы представьте, какая красота. Здесь идет... я даже не знаю, сколько здесь у нее видов семечек всяких. Видите? А пахнет то просто замечательно. Знаете, какой он полезный? На закваске и вот такой цельнозерновой, такой темненький, да? Это просто такие... Я люблю вот, когда такие дырочки здесь. Не грамма дрожжей. Так что, Катруся, молодец. Хлебушка, хлебушек, Кать, очень-очень вкусный. Да, замечательный. Я сейчас покажу целую булку. Но она еще учится. Говорит, еще учусь и учусь. Вот какая она толстая, такая высокая. Хлеб такой. Она пекла, делала белый. Тоже вкусный. Но этот просто вау. Уже так, сегодня у нас суббота. Ему уже 3 дня, друзья. Представляете? Ну. Молодец, научилась девочка. Молодец. Так, друзья, делаю салатик. Делаю салатик, очень вкусненький, очень мне нравится. Не ела, но знаю, что вкусный. Здесь я нашинковала капусту. Уже я не показывала, как шинкую капусту. Есть белая вот такая и цветную. Руки я помыла, все чисто. Вот смотрите. Делаю такую большую миску, потому что он может стоять в холодильнике очень долго. Так, добавляем сюда немножко сахара. 1 столовую ложку я взяла. Вот так. Уксуса. Уксуса где-то 6-7 ложек. Так. И немножко соли. Добавляю немножко соли, и все это нужно хорошенько так капусточку эту пожмакать, чтобы она стала мягче. Так, я хорошенько пожмакала капусточку. Смотрите, какой красивый цвет получается. Можно любой. Так, добавляю корейскую морковь. Я уже у нас не продается морковь корейская, чтобы готовую купить. Я сама делаю. И она такая темная, потому что здесь есть и сиреневая морковь, и желтенькая. Я сделала, у меня есть приправка. Так. Дальше добавляем укропчик. Укропчика у меня свежего нет, то замороженный. Можно и такой. Добавляем петрушку. Все это хорошенько. Еще растительного масла. Все хорошенько перемешиваем, и получается салатик.
все, сделала быстрый такой салатик. Ну, как быстрый? Пока морковку корейскую сделаешь. Ну, я в видео видела, друзья, то нету цветной этой сиреневой такой капусты. А я добавила на свой вкус, смотрите. Очень-очень вкусный и полезный салат, свеженький. И можно в банку и в холодильник. Можно подождать, чтобы он, ну, пока его кушать есть, то можно подождать, а можно сразу. Конечно же, я ждать не буду. Я буду его сейчас сразу и есть. Знаете, как вкусно будет это с картошкой, с пюре, с подливкой, вот с уточкой. Вот такой салатик. Так что пробуйте, делайте. А может, вы это уже все и делаете. Это я просто первый раз такой салат. И очень дает вкус корейская морковь здесь. И такой легенький. И, ну, я люблю очень такой. Все делала на глаз, ничего не взвешивала, ни капусту, ни морковь, ничего. Сколько всего было и так. Друзья, вот такая у нас получилась подливка с рисом. Это я Гене насыпала. И вот смотрите, я столько ее добавила, с такой вот будет тюшечка. А, очень сварилась. Что там, котоня уже? Очень сварилось мясо, мягкое такое, хорошенькое. Сейчас покажу, какое в кастрюле. Тепленькое уже. Вот такой цвет. Так. Приятного аппетита, друзья, вам. Так, все, друзья, покормила я своих курочек, собачек. Всех уже закрыла. Ванда, такое смешное. Я забыла заснять, показать. Ну, уже было и темно, там не увидишь. Рекс через дверку сюда. Ну, и Ванда тоже пролазит, проходит. А это уже она... Ну, посмотреть, ухожу ли я как там и что. Только просунула вот так голову. Даже не целую голову, только нос просунула. И та сама шторка на глазах так. И вот так она так выглядывает, смотрит. Кто там и что там, и когда уже уйдет. Ну, так она меня рассмешила, наша Вандулечка. Скорее бы она уже родила. Я уже Гене говорю, когда уже будет такой большой живот, нам придется, ну, те дверцы закрыть. Потому что есть такая штучка, которая можно закрыть, и они не будут открываться. Как бы, как крышка к ним идет. Ну, чтобы она не давила свое пузико. И, друзья, смотрите, что у меня здесь лежит. Тарарад. Пришла мне посылочка от наших знакомых. Живут они в Саус-Каролайне, друзья, где мы были, вот ездили мы в сентябре, 2 месяца назад это где-то будет, да? Да, мы ездили туда, познакомились с Олей, которая делает роллы, которая благодаря ей научила меня. Спасибо ей огромное. Ну, конечно же, научила, но не так, как она. Потому что она в этом профессионал у нас. И это ее сестра с мужем сделали для меня вот такой, друзья, подарочек. Давайте мы его откроем. А потом я вам еще как же хорошо запечатали. Дальше расскажу про них. Так. Попугайчики я накрыла, чтобы не мешали. Хорошие, друзья, люди. Если бы мы, когда мы их еще не были с ними знакомы, а мы там были всей семьей, это был такой шанс нам пофотографироваться, потому что муж, ее муж, он фотограф, друзья, он да, уже посылку отставила. Он фотографирует на свадьбы, на всякие праздники, и так, на портреты, если хочешь, там, семейные всякие, знаете, просто замечательно, очень красиво он это делает. И ездит он по всей Америке, куда его приглашают на свадьбы, и он фотографирует. Так что у кого, друзья, свадьба, советую, я вам покажу. А, кстати, у них есть YouTube канал, друзья, они ведут семейный такой канал с семьей, с детками. Он показывает там видео, где он фотографирует, и еще показывает видео, где вот
они делают всякие такие досочки. Они, у них такая участок такой, что у них там, насколько я поняла, растут всякие такие классные деревья. И посмотрите, как хорошо все запечатано. Видите? Ой-ой-ой. Растут деревья очень хорошие. И они делают всякие подставочки, досочки и все такое. Так что я думаю, некоторые уже догадались, что это будет. Так что, если, даст Бог, будет когда-то свадьба, то фотограф знакомый уже у нас есть. Так что, Сергей, Мичиган, будем вас приглашать. Ой, как красиво, смотрите. Классненько. Вау. Много чего стоит упаковка, да. А пахнет, ох, как пахнет гид. Вот это да. Так, вам видно, а то я смотрю. Ой, вот так. Ух ты, я хочу понюхать. Ах, как пахнет, смотрите, это оно не покрашено, ничего. Это натурально такое красивое дерево. А как же его там? Скользкое. И, друзья, это можно сюда класть все, что угодно. На кухню это, можно в беседку, можно бутерброды, можно трубочки, можно роллы. Да, суши-роллы можно сюда выкладывать, тоже будет красивенько. Классно. Такая светленькая, но очень-очень пахнет. Мне нравится. Это побольше досточка. Ой, как классно. Они там всякие шишки такие продают. А, и у них есть магазин Etsy. Друзья, кто в Америке, можете зайти и посмотреть. Вот смотрите, какая, это тоже есть. Такие вот ножки здесь. Да, классненько. Сергей, большое вам спасибо. Мне понравились. Очень светлые такие, классные. Вот скажите, это уже на какой-то праздник можно что-то придумать сюда. Выложить. Да. Такие полочки они всякие делают, что на стену можно прикреплять их. И сейчас я вам, друзья, покажу их канал. Бидун. Это, наверное, фамилия у них. Бидун влог. Смотрите, вот их YouTube канал. Так. Вот как они. Фотографии, щоб ви могли побачити. А ну посмотрим, где фотографии. І от люди даже. А, это он показывает локацию, где была фотосессия, друзья. Вот. Ну, только что было. А, вот. Да, очень красиво. Очень красиво. Ух ты. Даже кнопочек, бусинок маленьких. Да, это не то, что я с телефона себе сфотографировала, любой магазин, да. И здесь вот у них сколько, видите, есть. Есть у них даже видео, друзья, они занимались потерянными посылками. Хорошие там были просмотры у них и хорошие такие посылки. Что мне нравится, им хорошо. Попугаи накрытые, друзья, это они так поют, потому что меня слышат. Что у них есть те... Такие магазины, где у них продаются эти потерянные посылки. У нас их нет. Вот и почему нам нужно ехать. 1.5 часа, наверное, мы с Геной ездили. Да, Васильев жаркий палящий в Флориде. Да, он в Флориду это недавно летал.
Ой, какие классные фотографии. Так что, друзья, советую перейти, посмотреть, подписаться. И кто туда, друзья, зайдет к ним в гости, передавайте, конечно же, в комментариях «Привет, сельчанки!» или «От сельчанки!» Пишите, что вы от меня. Хорошо? И заказывайте, кто в Америке, вот такие, друзья, досточки. Так, а как же мне найти их магазин Etsy? Я не вижу. Ну, сейчас я зайду в Viber. Вот нашла, друзья. Нашла я их магазин Etsy. Смотрите, вот такие досточки они делают и продают. Ого, отзывы, видите, на 5 звездочек. Хорошенькие такие. Бидун Шоп называется шап. Их Etsy магазин такой. Вот. Да, видите, можно в эти досточки можно вставлять всякие такие и делать как картинки, делать как подставочки, как хочешь, как желаешь, да. Бидун Шоп Etsy.com называется, да. А ссылочку, друзья, на их YouTube канал я поставлю под этим видео, чтобы вам было легче перейти и посмотреть. Так что, кому нужны фотографы, записывайтесь. И, конечно же, посмотреть их жизнь, как они там живут, их дети. Ну, досточками сельчанка довольна, да, красивые просто. Спасибо, спасибо огромное. Мне понравились. Так будет смотреться. Что же уже приготовить, чтобы заснять, показать вам, как оно будет смотреться. Ну, что-то придумаем. Все, друзья, всем спасибо за просмотры и всем пока-пока. Уже у нас 8 вечера. Еще немножко нужно позаниматься. Убрать вот. И попугайчики открыть, потому что, смотрите, накрыла таким тоненьким пледом. Но все равно они меня слышат и поют.